Мирная конвенция 5G открылась в Харбине. На конвенции обсуждались преимущества 5G для расширения возможностей цифровой экономики Хэйлунцзяна с целью ускоренного развития и трансформации цифровой индустриализации и оцифровки промышленности. В последнее время ЗДЕ и Харбинская электрическая группа изучают цифровые фабрики для создания интеллектуального производства 5G. Наше приложение для преобразования сварочных станций в Харбинской электрической группе реализовало определенную искусственную замену при высоком уровне риска. С точки зрения повышения качества и снижения затрат, типичные приложения 5G плюс машинное зрение могут заменить ручной осмотр. 50-10 комплектов и устройств завершают покрытие мобильной сетью 5G линии 2 и 3 Харбинского метрополитена и территорию вдоль трассы Вискоскоростной железной дороги Мутандзян-Тямсы. А количество поставляемых серверов и центров мобильных данных превышает 11-10 единиц. Что касается приложения 5G, ЗДЕ и компания мобильной связи провинции Хэйлунцзян построили первую сельскохозяйственную сеть 5G в провинции на ферме Динсэндян города Тямсы. А также совместно с компанией China Unicom создали приложение 5G плюс медицина в больнице номер 1 города Ичунь. Кроме того, мы с телекоммуникационной компанией Хэйлунцзян создали приложение 5G плюс стали в старирельной группе Дзянлун района Ачэн. На Всемирной конвенции 5G-2022 группа ЗДЕ предоставила тематические блоки, такие как цифровая инфраструктура, экологически чистый двойной углерод и цифровая жизнь. Сотрудники научно-технической компании СМИС города Датин проводят тестирование недавно разработанных цифровых спортивных продуктов, предоставленных на Всемирной конвенции 5G, во время которого посетители могут испробовать на себе эти продукты. В будущем мы планируем построить ОДО-платформу для получения автономной информации обо всех продуктах. Требуется высокоскоростная пропускная способность сети, и технология 5G может удовлетворить наши потребности. Деятельность компании СТ включает 6 основных секторов: цифровые выставочные залы, детские цифровые развлечения, цифровой спорт, цифровое искусство, научно-популярное образование и ночные туры культурного туризма. В прошлом году компания СТ была внесена в список специализированных предприятий провинции Хэйлунцзян и получила 27 наград в отрасли. Всемирная конвенция 5G – это значимая возможность для нас продемонстрировать свои продукты и пообщаться со специалистами. На ней состоялся укрепленный обмен опытом с выдающимися предпринимателями и специалистами со всего мира, обмен знаниями и обсуждение перспектив развития цифровой креативной индустрии. На Всемирной конвенции 5G научно-техническая группа Ерунцай был предоставлен ее продукт – умное зеркало для фитнеса, оснащенное системой искусственного интеллекта, которая определяет правильность движения путем распознавания костных точек организма человека. Помимо двух интеллектуальных терминальных продуктов, представленных на конвенции, в частности, системе управления платформами интеллектуальной маркетинговой системы, мы также надеемся, что благодаря технологии 5G последуют новые достижения и прорывы. После почти 20 лет развития группа Лунцай постепенно построила промышленную экологическую цепочку и продуктовую экосистему, основанную на Интернет-плюс, и открыла 73 филиала в 46 городах по всей стране, таких как Шэньчжэнь, Чэнду и Ухань. Группа обслуживает более 140 тысяч клиентов.